Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мылоопт. Сегодня вашему вниманию будет представлен мастер-класс по изготовлению гидрофильного масла для умывания. Для этого нам понадобится стакан. Я выбрала термостойкий стеклянный стакан литражом 250 мл. Также нам понадобится несколько видов косметических масел. Я буду использовать масло персиковой косточки, так как оно имеет смягчающее свойство, снимает ощущение стянутости и увлажняет кожу. Также я буду использовать облепиховое косметическое масло. Оно имеет антибактериальный эффект. И третьим маслом это будет масло миндальной косточки. Оно глубоко питает кожу, придает ей сияние и также увлажняет. Также нам необходим будет эмульгатор. Я буду использовать полисорбат 80. Для того, чтобы придать гидрофильному маслу аромат, я буду использовать эфирное масло лаванды. Также нам понадобится стеклянная палочка для перемешивания. Несколько пластиковых пипеток и бутылочка. Я вот выбрала такую пластиковую с дозатором, с крышечкой, литражом 50 мл. Приступим к процессу приготовления. Эмульгатор в составе гидрофильного масла не должен превышать 20%. Поэтому мы берем наш полисорбат 80. И с помощью пипетки добавляем 10 мл. Далее в равных количествах добавляем косметические масла. Для начала масло миндальной косточки. Масло персиковой косточки. И облепиховое масло. И затем добавляем несколько капель эфирного масла. Вот по мерному стакану видно, что у нас получилось ровно 50 мл. Теперь хорошенечко это все перемешиваем. Заливаем в бутылочку. И вот у нас получилось косметическое гидрофильное масло. Со временем полисорбат может немного оседать на дно, поэтому перед применением его обязательно хорошенько взболтайте бутылочку.
Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!